Набираем 1500 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Зенит FIFA 22. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте поддерживать видео в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Если все, ребята, получится, то завтра, возможно, у нас на канале будет кое-что новенькое, ну а точнее, хорошо забытое старенькое. Но пока не буду раскрывать все секреты, ребята, подождите и сами все узнаете, если это произойдет. У нас, ребята, сейчас 19-й тур против Рубина, я думаю, что-то мы просимулируем сегодня, потому что вижу, что актив на этой карьере уже немножко угасает и нужно как-то его взбодрить. У нас осталось буквально 12 туров до конца этого сезона, пока мы лидируем. И матчи, я думаю, с командами из нижней части будем симулировать. Сейчас игру против Рубина мы также, ребята, быстренько просимулируем, посмотрим, как она завершится. Ну а вы пока усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, и вот так вот у нас Миранчук дублем отметился и принес победу нашей команде. У нас, ребята, это матч против Уфы, они идут на 11 месте, мы тоже быстренько это все симулируем. Небольшие перестановки были в стартовом составе, и здесь Клаудиньо и Чистяков забили. Чистяков, кстати говоря, сегодня вышел в стартовом составе. Так, получилось, что сейчас по календарю у нас как раз-таки идут матчи с командами примерно около 10 и ниже места. Игру с крыльями советов мы тоже просимулируем и будем уже искать более интересные матчи. Это, ребята, волевая победа 3-2, Малком, Мостовой и... Да, Малком делает дубль, и Мостовой забил гол. В общем, 3-2 победа. Матч против Тульского Арсенала, домашняя игра, ее мы тоже симулируем. Они на 10 месте, это победа 2-1. Вендел и Клаудиньо забили по голу. Мы рады сообщить, что благодаря великолепной работе в «Зените» вы достойны следующей награды – тренер месяца. Ну вот и наша первая, ребята, личная награда. Матч против «Сочи», ребята, наверное, его мы тоже просимулируем. Все-таки с ними мы довольно часто уже играли. И смотрим, как завершилась игра. Это победа 2-0, Азмун и Вендел, авторы забитых голов. Все, ребята, самые вкусные и жаркие матчи, видимо, у нас выпадают на концовку сезона. А с командами из середины турнирной таблицы, ниже 6 места, мы пока все симулируем. Здесь у нас Ярослав Ракицкий не реализует момент, Вендел и Круговой забивают, и в итоге победа 2-1. Я сдал Кравцова в аренду на 2 года в Джено, он будет выступать у них, и я надеюсь, что немножко прокачается за это время. Осталось, ребята, 6 туров до конца чемпионата, мы пока уверенно лидируем, игру с Уралом мы сейчас тоже симулируем, после этого мы отправляемся на Кубок, и там будет дальше 2 матча у нас против Краснодара и против Локомотива, здесь у нас ничья 2-2, Чистяков и Сергеев забили за нашу команду. Мы по-прежнему лидируем, и в следующей серии как раз, я думаю, уже завершим сезон, и через серию уже начнем новый, там нас ждет Лига Чемпионов, я надеюсь, но пока не будем забегать вперед. Это полуфинал, ребята, Кубка России, мы попали на московское Торпедо, а Краснодар встречается с ЦСКА, и если мы пройдем Торпедо, то финал будет с одной из команд второй пары. И они обе весьма интересны. Вот так вот выглядит стартовый состав, ребята. Посмотрим на команду, которая сейчас выступает в ФНЛ. Потому как раз у меня помимо РПЛ есть еще и ФНЛ. И давайте отправляться на игру. Кто-то может сказать, что Торпедо тоже не сильная команда, и этот матч можно было тоже просимулировать. Но все-таки, ребята, это полуфинал Кубка России. Это как-никак раунд борьбы за трофей. И хоть мы и попали на команду, которая слабее нас по исполнителям, я думаю, в Кубке они все-таки смогут показать бой. И играем мы на их стадионе. Показывают нам пути команд. Как мы видим, и ЦСКА, и Краснодар в своих матчах забили по 4 мяча. Будет интересно посмотреть, кто же из них выйдет в финал. Ну а мы начинаем, ребята, с центра. Это Вильмар Бариус. Его цепляют сразу же за ногу. Это может быть первая карточка. Уже на 4-й минуте здесь арбитр пока устно предупреждает, но в следующий раз он точно, я думаю, даст горчишник. Здесь странно, что вообще он не показал желтую, это был удар сзади по ногам, но главный арбитр этой встречи пока пожалел соперника. Это Чистяков, передача, Клаудиньо, пас в штрафную, и Торпедо пока играет на отбой. А вот и атака Торпедо, и какой, ребята, момент! 1-0. Хозяева выходят вперед. Померка расчехлил правую и прошил в ближний угол ворот Крицука. Тот не дотянулся. Ну и вот, ребята, о чем я и говорил. В кубке всякое может быть. Хороший розыгрыш.
Ну и Крицук просто не попал, по всей видимости, по мячу. 11-я минута и 1-0. Ну, с учетом того, что это FIFA как раз здесь, с такой командой в кубке может быть сложнее, чем с ЦСКА или Краснодаром. Малком забрасывает на Клаудиньо, Азмуну нужно набирать скорость сейчас. Но Азмун как-то притормозил. Миранчук, передача на Караваева. И вот уже он залетает в штрафную. Караваев, подача на дальнюю штангу. Честно, вообще не туда хотел сделать пас. Хотел немножко на линию штрафной, но что получилось, то получилось. Вендел бьет из-за пределов штрафной, но потащил голкипер Торпедо. 25 минут позади, ребята. Малком, подача в штрафную, снова Азмун. И мяч оказывается в сетке. Здесь голкипер Торпедо дотянулся до мяча ногой, но отбить его не смог. Может быть, немножко скользкий мяч, скользкое поле. И в итоге Сердар Азмун сравнивает счет. 1-1. Вот и стандарт сыграл за нашу команду, и у нас середина первого тайма. И снова Азмун. Хороший пас на Малкома. Начинает Торпедо потихоньку разваливаться. Малком, удар по воротам. А вот тут уже голкипер тащит. Казалось бы, Малком все сделал здорово, но забить не вышло. Еще одна подача, снова Сердар Азмун, и он не попадает в створ. Ну а вот и атака Торпедо. Вильмар Бариус, Чистяков, все проскакивают мимо, и что там, нарушение правил? Только со стороны футболистов Торпедо. Возможно, мяч немножко в руку попал. Азмун, хороший заброс на Малкома, и тот не смог себе подработать мяч. Первый тайм у нас, ребят, получился довольно нервным, счет 1-1, и стоит отдать должное, Торпедо очень неплохо смотрится. Чистяков не пускает соперника вперед. Крицук вышел, забрал мяч намертво. Это Караваев, передача, Миранчук. Смогли здесь все-таки просочиться через футболиста Торпедо. Миранчук выкатывает мяч на Малкома. Ну же, Клаудиньо, удар по воротам и угловой. Сердар Азмун, ну же, выкатывает в центр, Вендел. Добивай, Миранчук, но, по-моему, офсайд. Этот гол, ребята, не будет засчитан. У нас выходит Далер Кузяев вместо Вендела. Остается, ребята, полчаса основного времени. Ну и нам надо забивать. Не хотелось бы тратить сейчас силы, выходя в дополнительные таймы или там серии 11-метровых. Я, честно сказать, не знаю, каков сейчас регламент после ничьи в основное время. Малком. Хороший заброс, но здесь, ребята, голкипер Далер Кузяев по инерции просто воткнулся. Ярослав Ракицкий, Караваев. Встречаем, встречаем соперника, прострел. Все спокойно. По флангу собрали довольно много футболистов. Подача на Клаудиньо, нужно решать. Клаудиньо, скидка в центр. И никто из партнеров не успел. Ну и здесь отборолись. Миранчук, удар по воротам, 2-1. Но наконец-таки, ребята, здесь уже просто сказалось сила нашей команды, и мы просто додавили соперника во втором тайме. Здесь Гвардиола, отлично. Далер Кузяев, ну и вот сейчас Миранчук. Вот и третий, ребята. Вот и третий мяч в сетке. Торпедо просто докатывали мяч, звучит финальный свисток, ребята, и мы выходим в финал Кубка России. Ну а сейчас мы возвращаемся в чемпионат, и у нас игра против Краснодара, которые идут на четвертом месте. В прошлый раз у нас получилась настоящая рубка на футбольном поле, и тогда мы сыграли в ничью, буквально вырвав эту ничью в самом конце. Что будет сейчас, мы узнаем буквально через пару минут, ребята, и поехали. Странно на самом деле, что мы продолжаем лидерство в чемпионате, вышли в финал Кубка России, а рейтинг нашего тренера продолжает падать. Хотя мы покупали игроков, которые были необходимы. И, в принципе, задачи мы выполняем. Единственное, самое интересное, это то, что у нас победа в кубке уже перечеркнута. Как будто мы ее не выполнили, хотя мы вышли в финал. Игрок, за которым стоит понаблюдать, это Клаудиньо, ребята. Азмун продолжает лидировать в чемпионате. У него, по-моему, 15 голов. А дальше идут футболисты ЦСКА. Но мы посмотрим на бомбардирскую гонку. Очень здорово, активно действовали в атаке. Дальний удар по воротам. Здесь, ребята, Крицук спокоен. Здорово, хороший забросик. Захарян, выход 1-1. Нужно реализовывать. Захарян 1-0.
Здесь они с Малкомом сыграли очень здорово. 13-я минута, мы выходим вперед. Я боялся, что был офсайд, но нет. Захарян аккуратно подрабатывает себе мяч. И ребята с левой посылает его в ворота. Это уже третий гол, кстати говоря, его за «Зенит». Как его сейчас прессингуют. Ой-ой-ой, ну за это надо карточку давать. Здесь уже не выдержали нервы, по-моему, у футболиста Краснодара. Только что они пропустили, а тут еще и защитник соперника начинает так долго тащить мяч и не расстается с ним. Можно сыграть во фланг. Клаудиньо. Пас на Вендела. И было положение вне игры, но и Вендел не попал. Арсен Захарян. Ждем сейчас разгон атаки. Захарян. Передача на Азмуна. Ну же, Захарян, забегай. Это, ребята, дубль Захаряна. 29-я минута. Очень классно он влился в команду. Что он, что Миранчук очень здорово действует. Но опять-таки, ребята, это РПЛ. Вот в следующем сезоне будет Лига Чемпионов. И там мы уже посмотрим, на что способна наша команда. Ну а вот, ребята, и Гвардиол. Просто как танк пошел в штрафную соперника. Гвардиол еще и решил пробить. Жаль, щечкой. Нужно было бить на силу. Захарян, Малком. Они здорово меняются местами. То один уходит на фланг, то другой. Малком сейчас тащит мяч сам. Передача на Азмуна. Тот на скорости несется в штрафную соперника. Азмун. Это, ребята, 3-0. Это 3-0. Это Сердар Азмун. Это его очередной мяч в РПЛ. И это разгром Краснодара в первом тайме. Ну и здорово Азмун вложился. И посмотрим потом, сколько у Азмуна голов. Ну, по-моему, это его 16-й мяч, если я не ошибаюсь. Ну и Краснодар. Краснодар понесся в нашу штрафную. Удар поворотом, перекладина. Еще один момент. Рикошет. И будет только лишь угловой на последних минутах. У нас двойная замена в перерыве. Круговой и Сергеев вышли вместо Азмуна и Гвардиола. И снова Вендел. Видит Сергеева. И Сергеев, ребята, почти добрался до мяча. Неплохо открывался под эту передачу. Продавливал оборону Краснодара. И Краснодар как-то вот совсем не может перейти свою половину поля. Опасно. Это пенальти. Это пенальти. Так уж получилось, что подстроился футболист Краснодара под Луиса Филиппа. И в итоге завалился на самой ленточке. Это пенальти. Перекладина. Перекладина, ребята, не везет сегодня Краснодару. В концовке первого тайма был каркас ворот. И сейчас Луис Филиппе, нужно действовать сейчас поаккуратнее. Вильмар Бариус пошел встречать соперника. Ракицкий, круговой, вынесли мяч. И, ребята, начинаем контратаку. Раскачивает соперника Клаудиньо. Получилось все-таки пройти. Клаудиньо, можно простреливать центр. Вильмар Бариус, ну же, Захарян. А не было ли офсайда? У нас последние 10 минут. Краснодар идет в атаку. Еще одна подача в штрафную. Пас на Сергеева. Сергеев, надо бежать. Сергеев прокидывает себе мяч. И пытался исполнить красивый парашютик. Но вышел голкипер Краснодара и не позволил себя так легко обыграть. А вот здесь хорошая стеночка. Луис Филиппе. Не получилось в подкате все-таки у Луиса Филиппе выбить мяч. И один гол Краснодар отыгрывает уже за пару минут до конца. И продолжаем уверенное лидерство в турнирной таблице. Ну и статистика моментов. Краснодар имел ожидаемых голов 3,6, даже больше, чем мы. Как я и говорил, ребята, посмотрим на бомбардирскую гонку. Дзагоев и Заболотный идут вслед за Азмуном. У них по 13 голов, у Азмуна 16. Ну а по голевым передачам Малком, Вендел и Азмун лидируют. Здесь довольно много футболистов нашей команды, но лучший пока что Малком. Игра против Локомотива, они на втором месте, ребята. Отрыв, понятное дело, что у нас уже большой и нас не догнать. Но, ребят, интересно все равно провести игру против такого соперника. Давайте сейчас только им форму поменяем. Пускай играют своей гостевой. Так, мы играем голубенькой, они пускай играют в белой. И, ребята, поехали, посмотрим, как этот матч пройдет. Уже в следующей серии мы завершим этот сезон. И на следующей неделе у нас, получается, стартанет уже второй сезон с Лигой Чемпионов. С групповым этапом. Я очень надеюсь, что никаких багов в этом моде не произойдет, и мы сможем спокойненько, ребята, поиграть в ЛЧ.
Никто не говорит, что мы выиграем с первого сезона, но мы будем надеяться, что борьба получится довольно интересной, плюс мы расширим состав покупками. Я надеюсь, что денег нам все-таки выделят, потому что за выход в полуфинал Кубка России мы получили, по-моему, 2 миллиона, и на них, к сожалению, ничего особо не купишь. Я надеюсь, что за победу в чемпионате хотя бы, может быть, 30 миллионов дадут. Плюс у нас есть еще небольшие остатки. Да, мы, кстати говоря, по моей ошибке потратили сверху 7 миллионов за Захаряна, потому как Локомотив соглашался просто, точнее, Динамо соглашались просто на обмен над Дзагоева, а мы еще и 7 миллионов им подарили. И вот первый опасный момент Локомотива. Здорово, Малком. Вот сейчас можно организовать контратаку. У Малкома есть скорость, этого у него не отнять. Но вот здесь, по-моему, далековато. Он прокинул себе мяч, тем не менее пытался выиграть борьбу. А вот здесь ошиблись. И мяч в воротах. Ну вот на ошибках, ребята, нас и поймали. Зе Луиш на 13-й минуте забивает первый гол. И Локомотив свое давление все же реализует. Ну, Зе Луиш классно попал. С разворота бахнул штангу, и мяч от нее залетает в ворота. Посмотрите, как Локомотив здорово заскакивает в нашу штрафную. Передача пяточкой, прострел, удар. 2-0. 32-я минута. Вот так вот, ребята, Лока показывает характер. Борьба идет до последних туров, как минимум за второе место. За место Лиги Чемпионов команды тоже борются. Ну и здесь разыграли очень здорово. Там подскользнулся в моменте Вильмар Бариус. Из-за этого не поспел потом накрыть соперника. И у нас, ребята, 2-0. Захарян. И, ребята, пошли вперед. Есть еще пара минут в первом тайме. Захарян, Малком. Пас на Вендала. Клаудиньо. Надо забивать. Удар по воротам Клаудиньо, и он не попадает. А дальше вот так, на коротке. Малком. Пас в центр. Ну же, Захарян. Добивай в пустые. Даже здесь мяч выскакивает. Да что ж ты будешь делать? 4-3 по ударам в первом тайме в пользу нашей команды. Но Локомотив два своих момента реализовал. Забитые мячи. Встретили. Встретили, но снова отбиться не получается. И пенальти. Ну, ребят, все против нас. Здесь уже, знаете, вот чувствуется именно включение ФИФы. Это Зе Луиш. Берет разбег, попадает в перекладину. Ну, хотя бы это может быть наш шанс. Может быть, сейчас все перевернется. Захарян набирает скорость. Снова Азмун. Он уже в штрафной. Отсюда слева бей. Один гол отыграли. Отлично, ребята. Сердар Азмун. 17-й мяч. 56-я минута. Ну вот, может быть, этот переломный момент, когда Локомотив не реализовал пенальти, сейчас нам поможет. Но не будем забегать вперед. Если сейчас третий получим, то, я думаю, уже вряд ли что-то получится. Но Азмун здесь молодец. Слева и здорово пробил, и повезло, что не накрыл защитник. Забросик на Захаряна. Захарян, здорово! Обокрал соперника, но это нужно реализовывать. Ну же, Клаудиньо, пустые ворота. 2-2, ребята, 2-2! 65-я минута. Ну вот тут уже и соперник провалился. И в итоге, ребята, мы реализовали все наверняка. Ну же, Малком, хороший момент. Удар по воротам. Нет, чуть-чуть свалился мяч. И хороший выход. Ну же, подача на ближнюю. Кузяев. Он не забивает, ребята. Кузяев, передача на Клаудиньо. Хороший выход. Клаудиньо подработал, ударил, и мяч не пошел в створ. Хороший момент. Ну же, мостовой удар, и спасает Гильерме. 90-я минута. Нужно забивать с углового. Пошла подача. Азмун. Не получилось. Это Далер Кузяев. Вкладывался в этот удар. Клаудиньо убирает соперника, бьет по воротам. Ну же, ребята. Нет, заигрались. И в итоге звучит финальный свисток. Ну вот такая вот у нас жаркая ничья с Локомотивом. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.